мужеством укрепи и одолени нас сопротивных, даруй, плененных избави, недугующих исцели, лишенных проповеди в доме, отчаянных утеши, на поле брани жизнь свою положивших, милости Твоей осподоби. Тебе, Господи, слава Тебе. По благословению митрополита Агафанка служили сегодня в Фонтанке в храме преподобного Александра Курского, который построил, много потрудился Александр Викторович Туренко, заведующий гинекологическим отделением нашим областным. Человек, который 3 раза спасал мою Людочку. Мама его принимала роды у моей мамы. Талантливый человек, веселый, энергичный, радиотехник. 17 раз ездил в Америку, чтобы сделать операцию. Представляете, насколько человек обладает талантом. Интересно, что его мама Люда благословила, чтобы он был врачом. Он хотел быть радиотехником. И вот как послушал маму, и теперь сколько приносит добра, сколько спасает душ. И сколько он потрудился, чтобы построить этот великолепный храм, в который приходят люди, чтобы помолиться, получить утешение, получить мира, защиту. И стало доброй традицией нам всегда, такими коллективчиком дружеским, владыка Диодора, отец Игорь и остальные батюшки приезжать для того, чтобы послужить, помолиться и порадоваться, что Господь дает таких талантливых людей. И хотелось бы, чтобы такие люди руководили и министерствами, и больницами, потому что у людей запал, талант, настроение, подход, опыт, связи дает возможность творить чудеса не только на своих рабочих местах, но еще строить храмы. С вами был жизнерадостный диак, вернулся домой, помолился уже, сейчас отправляюсь домой, скоро все ночные бдения. И перед службой сделаю объявление по поводу завтра, как мы будем проводить детский праздник, мероприятие, и что будет ждать детей-победителей.